Всем приветик. Быстренько готовлю обед. Сейчас придут дети. Я что-то засиделась, монтировала влог. Здесь у меня готовится рис. Ее водичкой. Так, еще у меня есть сосиски. Сосиски пожарю. Курица и индюшка. Загорает, лежит. Солнышко вышло, она быстренько на улицу. Я сначала немножечко обжарила рис. Сейчас я его залила водичкой. Теперь я его накрою. Я увидела такой лайфхак, как рис варить. Нужно накрыть пергаментной бумагой, а потом сверху накрыть крышкой, чтобы рис хорошо там парился. Вот. Пока у меня готовится, я домонтирую влог. Согрелась? Иди водичку пей. Он. Какая горячая, Бонь, ты чего? Сегодня тебя будем купать, стричь ногти. Смотрите, какие они уже. Ух! Купать, стричь ногти. Еще попку тебе тоже подстригу. Девчонки пришли со школы. Привет! Всем привет! Я сегодня писала тест по НГ. И по немецкому тоже еще писала тест. Угу. Вас предупреждают заранее? Нет, да, вот НМГ у нас предупреждали, а немецкий нет. Нет? Ну, смотри, что она сделала. Она опять его... Нет уже, Ксюш, не надо, она опять вытащит. Как она вытаскивает? Просто трясет, она вылетает? Это ж твоя игрушка любимая. Зачем ты так с ней поступаешь? Поглубже запихай. Поглубже запихай или только в голову она засовывает? Иди помирись с ней. Нет, тут рука влазит, мама. Вот еще. А зачем ты банки достаешь? Это же мусор. Она же больше не собирает. Вот. А зачем тебе это надо? Уже съедешь. Ты будешь теперь собирать крышечки? Я видела крышечки, если ты берешь вот так вот. Угу. Сердечко получается. Вау. Я их потом склею. Пахнет рисом, так я рис варю. Мне нравится рис. Ну не ешь. Так, вот смотрите, что у меня получилось. Он должен получиться разваристый, рассыпчатый. То есть не разваристый, рассыпчатый должен получиться. Что вот такой вот. Чтобы он рассыпался. Да, чтобы он не склеенный был. Ну ничего так. Не дают мне нормально поработать дома. Я посижу здесь на улице лучше. А тут Маргоша лежит. Ты что делаешь? Спать хочешь? Ну, поспи, отдохни. Достала я летнюю одежду, посмотреть, что маленькое, что нет. Вот это как раз тебе? Я не знаю, попробую. Это какой возраст? Ну, вообще-то это 5-6. А я 5-6. Ты уже 7, между прочим. Я попробую. Попробуй, попробуй. Попробую. И вот это? Это вообще здесь 116 рост. У тебя не 116, у тебя больше. А, ну ничего тогда. Тогда еще хорошо. Вот эту футболочку помните? Ксюша ее носила. Теперь она по наследству перешла Каролине. Такая вот с птичками. Что у нас тут еще? Такие вот шортики розовые. Я этот попробую. Это как раз тебе, потому что они широкие. Это тоже, я думаю, как раз. Маечка. Помните эту маечку? Да, Маргарита. Маргарита маечку эту носила. Я тоже. А, да, Ксюша, кстати, тоже. Каролине все переходит по наследству. Просто все абсолютно. Вот эти вот маечки. Это Маргарита носила, потом Ксюша, да? Вот это тоже Маргарита носила. А это был, носил Ксюшина. Это Ксюша или Маргарита у них одинаковые? Посмотри, кофта у него. А где вот эта футболка? Мама, ну это... Все, не... тебе все как раз попробуй. Тогда. Я попробую все. Попробуй все. Вот эти вот особенно, мне кажется, они маленькие. Попробуем. Давай глазки закапаю. Чуть-чуть красненькие. А зачем ты воду льешь? Наклейки потом все отклеятся. Это валяется здесь. Ты что валяешься? Так, я как всегда сижу, читаю комментарии и лайкаю ваши комментарии. Маргоша себе купальник выбирает. Ей купальники все свои маленькие стали, она хочет. Ей как раз в лагерь нужен будет купальник. Это красивее. Посмотри, выбери несколько, закажи, потом померишь, посмотришь, какой больше понравится. Спит она тут. На, будешь колбаску? На. Мыться пойдем? Посмотри, какая уже грязная. Вот смотрите, как у нее лезет. Ну-ка, уйди. О, смотрите. Пучками. Ее надо сначала почесать, потом купать. О, смотрите. Thank you.
сколько я вычесала. Еще плюс я ее сейчас искупаю и еще раз буду вычесывать. Вот вместе сколько у нас уже. Такой вот пакетик шерсти. Все. Мама, ошейник. Ошейник, да, ошейник снимай. Джудик, come to me. Паром, Ванечка, искупались. Нет, сейчас мокрый будешь, там шерсти много. Все, сейчас пойдем вытираться. Пока. И сушиться. Чучело, Ванечка. Все, беги. Мама, надо унести тряпочки. Вон сюда. Иди вон на тряпочку, Вонь. Вонь. Она сейчас найдет, где ей вытереться. А то трава она не впитает же влагу. Ну, радуй. Давай, вытирайся. А ветра же нет пока. Просто. Вон, тучки летят. На сегодня грозу передавали. А папа наш на велосипеде поехал. Промокнет, если домой будет ехать дождиком. На ужин я хочу пожарить баклажаны в яйце. Кляре и с помидорами. Баклажан, помидор, в общем. Так, сейчас я пока замочу, буду резать и замачивать в соленой воде. У меня здесь раз, два, три, четыре баклажана. Поднимается. Я хочу пальму занести, а то ее может сдуть. Здесь ее поставлю, а то ее сдует. Сейчас собрать нужно. Может быть, даже и дождик пойдет. Ветерочек. И нужно закрыть вот эту вот штуку, козыречек. А то может ветром поломать. Все, я последнюю уже дожариваю. Промокну и буду собирать. Все, помидорчики я нарезала такими вот кругляшками. Это майонезик с чесноком и баклажаны. Буду собирать. Получились. Вкусненькие, красивенькие. Сейчас мы будем ужинать. Мак, зачем ты разрисовываешь машинку? Я не хочу вот такой. Нельзя, ты не сможешь ее покрасить. Я не хочу вот такой цвет. Ты не сможешь ее покрасить, тебе не хватит фломастера. Да. Уйди! И краска будет смываться. Ты дотронешься рукой, и она смоется, и все будет грязное. Представьте себе, я сейчас вычесывала снова Боньку, и я опять вычесала вот такую вот целую горку шерсти. Это что-то, это вообще, я не знаю, Монь, что с тобой? Я не помню, чтобы ты так линяла. Я пыталась ее высушить феном, но это невозможно, потому что шерсть здесь просто вот летает. Это ужас какой-то. Я не могу даже ее высушить нормально. Что делать будем с тобой? Ну, она так подсохла. Я даже вот так вот, если беру, у меня уже, видите, шерсть в руках. Видела, по-моему, в ТикТоке, показывали видео, собрали с собаки или с кошки с шерсть. Не помню, то ли собака была, то ли кошка. Собрали шерсть, отдали, чтобы сделали копию животного из его же шерсти. Это было бы прикольно. Да. Сделать Бонечку с ее же шерсти, копию ее игрушку. Все, я тебя подстригла, немножечко подстригла ей лапки вот здесь вот. Все, иди. Мам, будем теперь делать игрушку. Так я не умею игрушку делать. Это нужно кого-то найти, чтобы нам сделали. Но это мало шерсти. Нужно больше шерсти.
Вот такой. Ага. Что, мы сели рисовать? А ты что будешь рисовать? Глаз. Глаз? Алмаз? А мне не получается. Ты должна отметить примерно. Голова, плечи, руки. Макси. Поместится? А если не поместится? Надо вот так убрать. Опа, видишь, как хорошо. Сегодня подружка остается у Маргариты. Ну вот. Макс, он лопнет сейчас. Иди к себе в комнату. Все, Каролина, собираемся. Так, вот им наволочку. Все, так вот будут спать вдвоем. Так, стелим кроватки. Макс, стелим кроватки. Вот так вот. А ты на какой подушке будешь? А твои? Вон желтая есть. Зачем ты берешь мою косметику? Тебе свои мало, что ли? Да, у тебя все равно не нужно. Зачем ты это делаешь? Тебе все равно не нужно. Я искала вот эту помаду, которую нужно мазать, и потом может, нужно снять. А, так уже давно закончилось. Нет уже. Да. Сейчас я на подушку ей отнесу. И все. Все. Отдыхайте. Тут портишь, ноги швырни. Все, пока, спите. Или вы спать не будете еще? Нет. Нет? Давай, только тихо. А Ксенчик будет спать. Я знаю, что она уже в это время спит. Ну, она не сидит у нас допоздна. Что там, хомячки наши выходили? Ой, смотри, она насыпала, у нее воды нет. Она засыпала опилками свою поилку. Мне нужно водичку налить. Он теперь как шарик у нее такой. Метелочка. Да, Ванечка? Улеглись? Все, ребятки, мы ложимся спать. Да, все, пока, говори. Всем пока.